здесь лимон где-то. Попробую заглянуть к нему. Как он там? Приоткрыл. И такие вот дела с ним. Немного листьев пропало. На верхушках. Ну, здесь уже некоторые пропадают. Но некоторые живые, зеленые такие, держатся нормально. Этот пропадает верхний лист. Но это живое. А этот отрывается. Этот нет. Пока живой. Особых трудностей еще не было. Побудет немного открытым, укрою потом назад. Добавил еще травы побольше, то дальше может и большой минус будет зимой. Такое вот получилось. Января. Вот такое. То ли осень, то ли весна. А эти звери уже расселяются кругом. Те, что были в предыдущих видео. Одна нора. Вторая. Вон там третья есть. Четвертая. Вон там вон пятая. Там вон есть шестая. Вон еще седьмая. Только здесь уже семь штук. Инжир не укрывал. Пропадет так пропадет. Ему все равно здесь плохо. Почти не растет. И так, на грани жизни и смерти. Вот ниже зеленое еще. Но это его кто-то скосил был. Остались. Здесь крот, наверное, вырыл прямо возле инжира. И второй, он тоже скошен был вместе с травой, что здесь кто-то косил. Так что может уже в эту зиму и пропадет окончательно. И все. Были свежие норы, а это уже более давние. Здесь то, что вырыто, уже и травой заросло. Вот. Здесь такая тропинка вот есть к другой норе, вытоптанная. Thank you.
Здесь опять дорожка идет к еще одной. Вот это еще туда дорожка пошла. Там нора есть. Сюда пошла. Там, наверное, нора есть. И сюда пошла. Там вон тоже нора есть. Дерево заселили. Вот эти. Не знаю, как они называются. Паразиты они или нет, не знаю. Они чисто из дерева берут соки. Или, может, продукты фотосинтеза дереву отдают. Или не отдают ничего, а только с него берут. Непонятно. Наверное, дерево с ними тяжело жить. Айва какая-то, или как она называется. Красные такие цветы и плоды, желтые, небольшие, терпкие или не терпкие, но кислые очень. Плодов много было, но семена кому-то, наверное, очень нравятся, вкусные, и их все повыедали. Все без семян. Хотя, почему? Семена вот, они все внизу валяются. Или не все, но много. Вот семена, семена. Да что здесь ели, непонятно.